Ой, доченька, ты собачку качаешь в коляске. А где твой пупсик? Ма? Понятно. Сейчас все будет. О, Ника, ты собачку катаешь. Какая она у тебя милая. Да, тебе пупсика покатать было бы лучше. О, девчонки, привет. Никусь, а я тебе подарочек принес. А то я смотрю, у тебя куколки нету, собачку качаешь. О, папа, а мне какую куколку купил? Какие куколки? Тебе 7 лет уже. Тебе книги читать надо? Куколки. Тоже мне придумала. А я тоже такую хотела. На, Никуся, играйся. Тебе лучше пойду книгу куплю. Ну, какие куклы в школе? София, ну ты даешь. Как всегда, Нике все, а мне ничего. В смысле ничего? Сейчас книгу принесу. Ну ладно, две куплю, хорошо. Не хотела я книжку, я тоже куколку хотела. Ой. Ой, сладкая моя, привет. Смотри, что у меня есть. Оп. Ты такую хотела? Такую просила? О, ты уже скушала? Что ты? Что ты еще хочешь? Ну ладно, на! Ты что? Ты опять съела конфету? Ну смотри. Это последнее, держи. О, Ника, ты здесь? А я тебя искала. О, у тебя чупа-чупс? А где ты его взяла? Папа дал? Не-не-не, я твою не буду. Я пойду у папы попрошу. Папа, папа, ты где? Да, дочь, а что ты хотела? Я хочу такую же конфетку, как у Ники. А, сейчас. Слушай, а конфетки уже закончились, как бы. Как закончились? Ника сказала, у тебя много. И ты ей целых 3 дал. Слушай, ну, были и закончились. Подожди, мы с тобой недавно к зубному сходили. Что тебе врач сказал? На сладкое не налегать. Вот и хорошо, что закончились. Все, 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 все. Не надо никакого сладкого. Так Нике врач тоже так сказал. Так, София, у Ники зубы еще только молочные, и то не все вылезли. А у тебя уже все вылезли, и уже половина постоянных. Все, поэтому никаких конфет. Все, давай, иди и занимайся делами. Как всегда, Нике все отдаешь, а мне ничего. О, здрасте вам. А че это мы лежим? В комнате не убрано. Кровать, уже полдень, не заслана, а? На столе беспорядок, игрушки с тетрадками, все вперемешку. Ну, пап, ну порядок. Нет, София, такой порядок не пойдет. Давай быстренько убрать, пол протереть, подоконник помыть, стол помыть. Сейчас приду проверять, все. Ах, опять уборка. Никушка, поможешь мне поубирать? Эх, придется самой все. Ты все-таки решила мне помочь? Ну и не помогай, я тебе тоже тогда помогать не буду. Ника, интересно, кто за тобой убирать будет? Я! И я не буду! Я и так все сама убираю, ну и ты будешь сама убирать. Тентером... Ух ты! Никушка, а что это у нас за беспорядок такой? Да-да, папа, это все она разбросала, я даже ничего не трогала. О-о-о,
надо срочно порядок наводить. Да, Никуся? Софийка, давай быстренько порядок помоги, наводи. Давай, 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 иди сюда. Не, а почему я? Мне же она не помогает убирать. Так, ты вот смотрела, как она все разбрасывает? Ничего ей не говорила, да? Вот давай, быстренько, убирай быстро, все. Помогай сестре. Ага, опять все я, опять все мне, так нечестно. София, ну ты же старшая сестра. Опять я старшая, опять все младшим. Вот, Ника, почему все тебе? Я должна за тебя все делать. Честно, честно, маленьким помогать надо. Ты маленькая была, я за тобой все убирал. О, Ника, ты тут у меня играешься? Не, это я не тебе подарок купила. Это я к своему однокласснику иду на день рождения. Видишь, мальчуковый подарок. А ты ногти красишь? Ничего себе! Ты пока можешь посмотреть мой подарок. Мне надо красиво одеться и сделать мейкап. Ты мне поможешь выбрать платье? Может, вот это? Может, это? Может, вот это? Вот это может? Нет? В смысле никакое не подходит? А что мне тогда делать? В этом идти, Ника, мне в этом? Ты тоже хочешь на день рождения идти? Не, Ника, я не могу взять тебя туда. Это же день рождения моего одноклассника. А у тебя и подарка нету. То что ты ему подаришь? Ты купишь? Да-да-да. Ну я сейчас попробую однокласснику позвонить. Может быть, он и согласится тебя пригласить. Ну хорошо, я сейчас наберу. Привет. А можно я с сестренкой приду к тебе на день рождения? А то она раньше никогда не была на день рождения и очень-очень хочет. Да? Ну хорошо, я ей скажу. Ника, ты представляешь, он согласился. Надо быстренько переодеться и пойти за подарком. Ладно, я крашусь, а ты тоже беги одевайся. Так, сейчас быстренько накрашусь и надо еще успеть Нике подарок купить. Все, готово. Ника, ты готова? Давай быстрее одевайся и выходить. Идем, идем, а то уже опоздаем скоро. Ну вот, Ника, в этом магазине мы и купим подарок. Нам нужен подарок для мальчика, для друга моего. Ника, ищи игрушки. Где игрушки для мальчиков? О, кубик Рубик, смотри, какой прикольный, с машинкой. Как тебе? Не очень тебе, да? Ну, давай еще посмотрим. О, смотри, сколько тут много машинок. Как тебе вот это? Вот это нравится? Или может тебе вот такая нравится? Да? Ну бери. Ложи туда в корзиночку. Пойдем еще посмотрим. О, смотри, какая еще классная есть. Берем? Да? Ну на. Эту тоже берем. Эту ложи сюда пока. Поехали еще посмотрим. Надо еще что-нибудь развивающееся найти. Например, книжку. Подожди, подожди, я нашла классные подарки. Антистрессы. Всякие вот такие паучки, мышки. Глянь, какая Ника прикольная крыса. Или вот собачка. Хотя мне вот лягушка нравится. Возьмем. Ника, смотри, что я нашла. Я нашла покруче. Голова динозавра. Берем. Да? Ну, надо. Пойдем дальше. Знаешь, что, Ника, еще надо? Настольную игру. Мимимишки, дубль, отвечай. Что будем выбрать? Возьму-ка я дубль вот такой. Берем, Ника? Да? Ну, ложи. Вот, кажется, мы и выбрали твой подарок. Пойдем на кассу. Ну что, Ника, все купили? Пойдем. Куся,
сюда. Едешь сюда ко мне, Ника. Ника, тебе понравилось?